Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня продолжаем облетывать вот этот самолет. Самолет на самом деле уже облетанный. Виталик его даже, как видите, покрасил. Уже очень довольно-таки интересный аппаратик получается. Ну, короче, будем стартовать, пробовать. Посмотрим, что получится. Судя по прошлым видеороликам, я понял, что этот самолет вам достаточно интересен. Поэтому решил сделать небольшой обзорчик его. Самолет, друзья, импеллерный. Здесь стоит импеллер на 3,6 килограмма тяги. Ну, по крайней мере, по заводу он так должен выдавать. Не выдает, а сколько же он выдает? Около трешки. Около трешки, и самолет около... Самолет 2,7. 2,7. Да, ну немножко больше единицы все-таки, да, слегка. Аккумулятор 5000 мАч. Здесь установлен 6-баночный. Ну, будет установлен сейчас, пока его нет. Здесь аппаратура и регулятор оборотов. Здесь снизу стоит защита, потому что шасси не присутствует и приходится сажать на асфальтик. В общем, чтоб не сдиралась, стоит защита такая из скотча. Ее надо каждый раз менять. Система управления здесь весьма интересная. Рулей направления не существует, только кили, но зато стабилизатор заодно с рулем высоты, и все синхронно вместе с элеронами здесь двигается. Рули высоты вверх-вниз могут, так же и как элероны, они работают. Поехали! Да. Пошла птичка. Видишь, запищала? Ну да. Вот и все. Все? Да. Гля, дым пошел, Виталик. Вот зараза, а. Ай-яй-яй. Вот теперь и я. Это без что? Регуля. Без регуля, да. Ну, видишь, я же говорю. Те регули не знаешь, блин. Что это за херня? А красивый дым. Дым красивый, да. Но импеллер целый, не? Целый. Крутится. Ну что, дорогой, теперь ты... До нового регуля лежать. И пошел. Ветер, ветерком. Главное, что ракетным двигателем не обдуло, Виталик, а то синяк может быть. 10 сантиметров в диаметре. Ой, красота. Аж пламя вырывается из сопла. Синее. На форсаже идет. Это было очень дерзко. Вот это другое дело. Что-то сегодня очень много машин. Приходится хватать самолет и убегать, пока не раздавили. И искать время на посадку. Блин.